Говорит и показывает студия кабельного телевидения. Сегодня, 19 мая, состоится финальная игра и телевизионной игры «Наш самый-самый». В финале встречаются команды первой школы «Умки» и команда седьмой школы «Гардемарины». Я представляю команду первой школы «Умки». Классный руководитель Савченко Анастасия Юрьевна. Капитан команды Снаенков Стас. Команда седьмой школы, команда «Гардемарины». Классный руководитель Самсонова Татьяна Сергеевна. Капитан команды Зайцев Антон. Итак, по старой доброй традиции, наша игра начинается приветствием. Слово для приветствия предоставляется команде «Гардемарины». Покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Уноси готовенько, бжик-бжик-бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик-бжик. Уноси готовенького, бжик-бжик. На новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького? Кто на новенького? Игры для юных отроков. Самый-самый-самый.
и сообщают, что сей славный путь до конца пройден. Но уж никуда не уйти нам отсюда, не остался ни един обрин. И не так огонь жжет тело, как душу разлука с игрой. А хотим вновь посетить сие игрище, но уже в более зрелом отрочестве, в 7710 году сотворения мира. Об этом и печалимся. Но как моль вредит одежде, а через дерево, так печаль по окончании игры вредит сердцу. А как есть ты, князь удельный, в государстве скоте, то поспособствуй продолжению дела славного и полезного для удовлетворения и радости душ наших. И найдешь в этом честь для рода своего, и добудешь себе доброе имя. Славные гардемарины! Гардемарины закончили свою презентацию. Поприветствуем ее. Молодцы, ребята. Слово предоставляется команде «Умки». Я на собой прошли, да достань, что сидит, убери на того.
Шутки, закончилось свое приветствие. Молодцы! Итак, дорогие друзья, значит, переходим к игре. Наш первый конкурс. Художественно-литературный раунд. Нужен один человек. Пожалуйста, кандидаты готовы? Подходят к своим пультам. Я прошу тишину в зале. У нас будет 5 видео-вопросов из популярных мультфильмов и кинофильмов. Кто быстрее нажмет кнопку, тот и отвечает. Условия прежние. Итак, внимание, вопрос. Что просил у мудрого Гудвина Страшила? Пожалуйста, ответ. Он просил ум. Правильный. Ответ правильный. Второй вопрос. Назовите птицу, чьи ноги стали самой подходящей опорой для дома сказочной колдуньи. Пожалуйста, ответ. Курица. Правильно. Третий вопрос. Кто автор произведения «Три толстяка»? Пожалуйста, ответ. Олеша. Правильно. Ты не боишься крыс? Нет. Темнота. Как звали крысу-помощницу? Пожалуйста, Шурика. Ответ. Лариска. Правильно. Последний вопрос. Решающий. Как зовут моряка в мультипликационном фильме? Пожалуйста. Боцман и попугай. Рома. Правильно. Итак, я прошу занять свои места. В этом раунде победила команда Гардемарины. Итак, дорогие друзья, подождите. Итак, дорогие друзья, я хочу внести поправку. Мы по традиции с вами поприветствовали друг друга, но забыли в спешке дать по одному баллу каждой команде. Итак, пожалуйста, конкурс приветствия 1-1. И сразу давайте нам за первую победу счет после первого конкурса 2-1 в пользу команды Гардемарины. Конкурс «Мозаика» по 3 человека и капитан. Я прошу участников подойти к своим стендам, а капитанов ко мне. Так, прекрасно. Я прошу ассистента вынести пакеты. Право выбора предоставляется команду капитана Умки. Пожалуйста. Итак, напоминаю, капитан держит фотографию, а 3 участника собирают. Внимание, начали!
Итак, есть. Первым закончила команда Гардемарина. Отойдите, пожалуйста, от своего щита, дайте снять полную картинку. Прекрасно, занимайте свое место. Команда получает очередное очко. Бал. Одному участнику от каждой команды, самому шустрому, конкурс «Ленточка». Итак, участники готовы? Пожалуйста, разматывайте. В тот угол. Вот так вот. Так. Итак, участники готовы? Команды готовы? Прекрасно! Начали! Есть! Есть! Победила команда Гардемарины. Она получает очередное очко. Итак, счет 4-1. В следующем конкурсе «Умелый хозяин» принимает участие вся команда. Забиваем гвозди. Значит, напоминаю условия конкурса. Считаются правильно забитые гвозди. Итак, внимание, начали! Я прошу капитанов принести свои бруски. Считайте свои гвозди. Минуточку.
Ничья! 1-1. Следующий конкурс у нас музыкальный. Конкурс караоке. По 2 человека от каждой команды. Дорогие друзья, участники, подходите, пожалуйста, сюда. У меня 4 конверта. Но прежде чем начать этот конкурс, я хочу, чтобы вы представились. Пожалуйста, честь команды «Умки защищают». Аршинова Лена. Кузнецова Маша. Приветствуем их. Честь команды «Гардемарины защищают». Клочева Саша. Чернышева Женя. Приветствуем их. Право выбора конвертов предоставляется представителям команды «Умки». Пожалуйста. Итак, начинают представители команды «Умки». Мы предупреждаем, что конкурс судит электроника. Пожалуйста, номер, песню называйте. «Голубой вагон». Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Ах, зачем же этот день кончается? Лучше б он тянулся целый год. Скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь ко ходу машини. Катертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. «88». Пожалуйста, второй участник подходит. Какая песня? Шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Спой, как с нами перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз щечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Где весело шагать по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. В небесах зари полоска заполещется. Раз березка, два березка, будет рощица. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам. И, конечно,
припевать. Лучше хором, лучше хором. Нам станцию тропинку выбрать надо б нам. Раз дождинка, два дождинка, будет радуга. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. 84. Итак, 170, две песни, 172 балла. Итак, песенка «Мамонтенка», пожалуйста. По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. В своем корабле меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потери. Не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Восемьдесят четыре. Так, пожалуйста, следующий. Чунга-чанга. Постоянно ешь кокосы, жуй бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чунга-чанга, кто здесь прожил час? Чунга-чанга не покинет нас.
Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянное, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь банан, Чунга-Чанга. Чунга-Чанга, синий небосвод, Чунга-Чанга, лето круглый год, Чунга-Чанга, весело живем, Чунга-Чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянное, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь банан, Чунга-Чанга. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга. 86. 172 на 170 победила команда «Умки». Они получают очко. Итак, счет 5-3 в пользу команды «Гардемарины». Итак, следующий интеллектуальный раунд. Итак, внимание, вопрос. Назовите голландский город, побратим. Ответ. Лоссер. Правильно. Внимание, вопрос. Как появилось название железнодорожной станции Расторгуева? Это название появилось в честь купца Расторгуева, который строил там дорогу. Ответ правильный. В честь купца Расторгуева. Внимание, вопрос. Кто из участников строительства Московского коксогазового завода активно руководил... Остановите вопрос. Это Лемешко. А что он делал? Руководила зеленеем нашего города. Правильно. Четвертый вопрос. Как называется шоссе, на котором находится... Пожалуйста. Это Каширское шоссе. Ответ неправильный. Белокаменное. Очко присуждается команде «Умки». Вопрос. В каком году был открыт тоннель соединения? Пожалуйста. В 1995. Ответ правильный. Итак, со счетом 4-1 победила команда «Гардемарины». Внимание! Новый конкурс. В этом конкурсе принимает участие практически вся команда, все, кто сидят на первом ряду, прежде всего, все, кто сидят на... Минуточку, капитан, сядьте на свое место. Сядьте на свое место. Все, кто сидят на первом ряду, если их меньше, чем 10, то идут первые сидящие со второго ряда. Итак, конкурс «Храбрый портняшка». Конкурс заключается в следующем. Нужно пришить 10 пуговиц, 10 пуговиц на этот кусочек материала. Кто быстрее закончит это, тот и победит. Внимание! Значит, есть нитка, есть иголка, все ищите, все есть. Вдеваете нитку в иголку, пришиваете пуговицу и так далее. Закрепляете пуговицу, чтобы она была закреплена. Итак, внимание, начали!
Итак, я... Минуточку. Я все вижу, я все знаю. Условия конкурса невыдержанной командой Гардемарины. Было сказано, что тот, кто сидит в первом ряду, если не хватит, в последующем ряду. Почему участники дважды выходили на подиум? Итак, в этом конкурсе победа присуждается команде «Умки». Надо слушать внимательно условия конкурса. Но я прошу капитанов поднять свое рукоделие. Нет, вы поднимите, покажите людям, как вы пришили пуговицы, как вы будете ходить с такими пуговицами. Так, вот покажите, вот так вот. Вот что мы умеем, показывай, это снимают, все это видят. Вот то, что мы умеем делать. Итак, молодцы, прошу на места, спасибо. В этом конкурсе победили «Умки». Итак, в этом конкурсе принимают участие, защищают команды «Умки». Белов Дима. Астафьев Витя. Команду приветствуем их. Молодцы, ребята. Итак, команду Гардемарины защищают. Попова Аня. Суворова Наташа. Прекрасно. Подойдите поближе к своим пультам. Сейчас вам вынесут перевязочные материалы. Пожалуйста. Вы должны наложить повязку на все тело. Подождите, команды не было. Понятно, да? С ног до головы. Чем быстрее, тем лучше. Приготовились? Начали! Yeah!
условием конкурса надо было не наложить, а наложить повязку на все тело. Еще раз напоминаю условия конкурса. Нужно было наложить повязку во все тело, а не быстрее смотать бумагу. Понятно? Поэтому в этом конкурсе побеждает команда «Умки». Еще раз говорю, внимательнее слушайте условия конкурса. Разбинтовывай своего товарища, собирайте весь мусор. Следующий конкурс. Молокососы. Приглашаю из каждой команды по одному человеку. Пожалуйста, подойдите к своим пультам. Так, вынесите нам снаряды, пожалуйста. Поставьте их на пульт. Ну, дайте любой, пускай выйдет. Так, внимание, представьтесь в микрофон, кто защищает честь команды Гардемарины. Гераськин Дима. Пожалуйста, кто защищает честь команды Умки? Астафьев Виктор. Прекрасно. Конкурс заключается в следующем. Нужно выпить сок из бутылки через соску. Кто быстрее это сделает, тот и победит. Внимание, начали! Конкурс «Баскетболист». 10 человек от команды «Умки». Внимание, конкурс. Условия конкурса. Кто больше забьет, тот и победит. Считается каждый забитый мяч в корзину. Приготовились, начали. Yeah.
команда Гардемарины. Внимание! Начали! Раз! Два! Три. Каждая команда получает по очку. Итак, внимание, конкурс на выносливость. По три человека от каждой команды нужно будет надувать шары. Представьтесь прежде всего, кто защищает честь команды «Умки»? Гонкин Андрей. Саркисян Рачек. Астафьев Виктор. Стойте здесь, стойте у себя. Так. Внимание. Подождите, ребята. Конкурс заключается в следующем. Нужно надувать шарик до тех пор, пока он лопнет. Кто быстрее лопнет все три шара, тот и победит. Внимание, начали. Итак, дорогие друзья, счет стал 7-8 в пользу команды Гардемарины. Но это был последний наш конкурс. Со счетом 8-7 победила команда Гардемарины. Закончилась наша игра, наш самый-самый. В этом 2001 году. Итак, дорогие друзья, я поздравляю всех участников сегодняшней игры. Большое вам спасибо. До следующих встреч. Напоминаю, что победитель этой игры поедет по туристической путевке всем классам в Ленинград. Об этом будет сообщено дополнительно. Все участники игры, которые участвовали, но проиграли, получат каждый участник по памятной фотографии об этой игре. Итак, до свидания, до новых встреч!